В республике в преддверии Дня медика уже начали поздравлять врачей. Так, представители Министерства по национальной политике накануне чествовали работников 3-й городской больницы. Праздничная акция включала в себя награждение и концертную программу. В народе говорят, 3-я городская больница. 12 мая открыли свои двери, тогда, когда было особенно трудно, когда система не позволяла оказать всем стационарную помощь. Это была огромная помощь нашей республике. Поэтому я хочу выразить слова благодарности персонально руководителям больницы, нашему уважаемому шейху, муфтию республики, потому что очень много было сделано силами муфтията, силами тех благотворительных фондов, которые относятся к муфтияту. Отметим, что 12 мая городская клиническая больница номер 3 в Махачкале начала принимать пациентов, зараженных коронавирусом. Быстро переоборудовать больницу для новых задач удалось благодаря простому народу. В мессенджере WhatsApp инициативной группой был организован благотворительный сбор. За 5 дней удалось собрать более 3 миллионов рублей. Хочу выразить огромную благодарность Министерству по национальной политике. Спасибо огромное, что вы к нам пришли сегодня. То, что вы нас не забыли, то, что вы признаете наши заслуги, это для нас огромная честь, это для нас имеет очень-очень большое значение. И, естественно, я хочу поздравить наших замечательных медиков. В этом году, как никогда, мы оказались в сложной ситуации. Оказались медики всего Дагестана, и врачи, и медсестры, и санитарки, все те, кто пришли на помощь пациентам. На самом деле огромная трагедия, не только в нашей республике, в России, во всем мире, то, что произошло, вот эта пандемия коронавируса, она затронула очень-очень многие семьи. Поэтому я хочу поздравить всех, пожелать, чтобы не было у нас больше такого никогда.